Минувшие выходные в Национальном театре Тувы прошло торжественное закрытие года молодежных инициатив с подведением итогов конкурса «Инициатива года». В фойе театра развернулись презентационные площадки, где активная молодежь продемонстрировала свои достижения за прошлый год. Так, члены Совета молодых врачей республики и волонтеры-медики продемонстрировали правильное пеленание младенцев, чистку зубов и оказание первой медпомощи. Кроме того, здесь же можно было пройти и УЗИ щитовидной железы. Вот это щитовидная железа. Вот это вот. Сейчас посмотрим. На конкурс «Инициатива года» были представлены такие проекты, как школа робототехники при Тувинском госуниверситете, пульс времени ансамбля барабанщиков «Медехан» и Тувинского национального оркестра, информационный проект «Сердце Тувы», приют для бездомных животных «Хатика» и другие. Лучший социальный проект года награждается проект «Приют для бездомных животных «Хатико». Члена общества защиты животных «Хатико» Мурыгина Анна Геннадьевна. В конце торжественного мероприятия глава Тувы Шалбан Карол предложил ввести в традицию подведение итогов.